Многие пациенты задают вопрос, для чего необходимо проводить пародонтологическое лечение, то есть обследование десен. Мы исследуем глубину пародонтальных карманов в 6 точках. У нас есть два метода обследования. Это инструментальный метод при помощи пародонтологического зонда с насечками. И есть компьютерная система Florida Probe. Обследование проводится при помощи тонкого зонда. Он подключается к компьютеру. Входит вот такая карта пародонтальная, она очень информативная. Показывается подвижность зубов, глубина пародонтальных карманов, убыль костной ткани. Это необходимо перед началом любого лечения. Для ортопеда перед началом протезирования. С такой картой обследования и с результатами обследования мы направляем пациента к пародонтологу для дальнейшего пародонтологического лечения.